Ивановский онкологический диспансер обкатывает новый фотодинамический метод лечения. Пациенту внутривенно вводится специальное вещество, которое накапливается в раковых клетках, а затем пораженный участок облучается. Через некоторое время происходит некроз опухоли, и на ее месте остается лишь рубец. До этого исключительно было хирургическое лечение, а сейчас у пациентов появился, в общем-то, вариант выбора. И надо сказать, что во всем мире эта методика, она пришла сравнительно недавно, но начинает активно использоваться, и мы можем говорить, что этот метод лечения будет конкурирующим с хирургическим методом лечения. Пациенты дискомфорта не чувствуют, максимум незначительное жжение. Если очаг небольшой, процедура однократная. Его можно использовать у людей достаточно преклонного возраста, когда хирургическое лечение может быть противопоказано в соответствии с тяжелой соматической патологией. Опять-таки повторюсь, при рецидивирующем течении, не поддающемся другим методам лечения и труднодоступным локализациям для хирургического лечения. То есть, например, ушная раковина, например, слуховой проход. В данный момент в Ивановском онкологическом диспансере фотодинамическую терапию применяют для лечения рака кожи. От опухоли новым методом избавились уже 2 пациента. Подобное лечение будут использовать в гинекологии и при заболевании бронхов. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.